Здравствуй, сынок. Это я, твоя мама. Обращаюсь к тебе, чтобы сказать, что очень сильно люблю тебя. Ты мое сокровище. Ты самое лучшее, что произошло со мной в моей жизни. Я неимоверно счастлива, что ты у меня есть. Я счастлива и спокойна, когда вижу, каким взрослым и сильным мужчиной ты стал. То, как ты заботишься о своей женщине, восхищает меня. Я всегда верила и продолжаю искренне верить в тебя, в то, что у тебя все получится, как получалось всегда. Ты всегда достигал поставленных перед собой целей. Спасибо тебе, сынок, за твою любовь и благодарность ко мне. Это лучшая награда для меня. Спасибо тебе, сынок, за твою заботу. Я чувствую себя спокойно и умиротворенно. Я счастлива, что у меня есть такой сын. Я верю в тебя. Моя любовь и вера всегда были и будут с тобой. Я всегда рядом. Я всегда в твоем сердце, так же, как и ты в моем. Я чувствую твою любовь, несмотря ни на какие расстояния. Ты – любимый мой сыночек. Я скучаю по тебе. Время, проведенное вместе с тобой, самое счастливое для меня. Когда люди благодарят меня за тебя, я чувствую себя счастливой, счастливой мамой великого сына. Ты – защита и опора. Ты кормилец. Ты мужчина. Я радуюсь, когда вижу, как ты умеешь быть щедрым и любящим. Я радуюсь, когда вижу, как ты умеешь быть открытым и благодарным. Я радуюсь, когда вижу, как ты умеешь быть радостным и ответственным. Я очень люблю тебя, мой сынок. Именно то, какой ты есть, делает тебя богатым, создающим изобилие для себя и других людей. Те ценности, которые ты создаешь, необходимы этому миру и людям, живущим в нем. Я благословляю тебя на все твои начинания.